Привет-привет, ребятки! О, я уже давно-давно не играл в с Остином Садовником, ребят. Это игрушечка, которая называется Gardenscapes, да-да-да. И это новогоднее обновление. Смотрите, вот Остин в шапке Деда Мороза и с подарочком стоит. А вот эльфы, которые пакуют подарки. Хо-хо-хо! Ребят, как прикольно! Так, ну что, с возвращением. А я же говорю, ребят, я уже давно-давно не играл. Кстати, если тебе нравится игра... про Остина Садовника, то поставь, пожалуйста, пальчики вверх. А если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся, будем с тобой дружить. Ну, а я начинаю играть, ребят. Так, что тут такое? Мы подготовили вам подарок. О, Остин, спасибо. Я люблю подарочки. Так, ну что, очередная газета? Уже вторая или третья? Ну так читай, читай, Остин. Так, давай покрутим колесо фортуны. А ну-ка, стоп. Это ежедневные подарочки, ребят, которые привозит вот этот вот парень бородатый. Так, мы выиграли бомбочки. Бомбочки – это тема. Так, Остин, давай, пойдем делать наш сад еще красивее. У нас есть задание – установить новые скамейки. Ха, а звездочек-то у нас и нету. Поэтому вперед и быстренько-быстренько будем играть, ребят. Играть, 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 чтобы благоустроить наш сад. Так, коктейль, видите, мне нужен коктейльчик. А ну-ка. Сейчас как бамбану. Так, не понял. А как коктейли делать, ребят? Я, если честно, не совсем помню. Надо их, наверное... надо их вниз опустить. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас, сейчас все сделаем. Так, ребят. О, нет. Хотел схитрить, но не получилось. Так, о. А, вот, вот так вот. Бам-бам. Один коктейльчик, ребят, у меня уже... Так, ох, жаль, нельзя поменять. Так, давай вот эту вот бахнем. Бомбу, бах. Ай, великолепно, ребят, остался у нас один единственный. А чё? О, вау. Так, 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 один коктейльчик и 10 ходов у меня, ребятки. У меня 10 ходов. Бомбу. Блин, как же мне... Как же мне, ребят? А ну, бахну. Бахну, может, что прояснится. Так, давай, давай, давай. Ох, есть, ребят, почти, почти. Ёлки-палки, как же мне быть? А, как же быть, как же быть? 5 ходов, ребят, мне нужно взорвать вот этот вот кубик. Так, 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 как же быть, как же быть? Да нет, мне ваши эти штуки не помогут. Так, ребят, 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 подсказка, подсказка друга нужна. О, есть, ребят, супер. Yes, класс, класс, класс. Идем ставить новые скамеечки. Тут-тут-тут-тут. И поливать не надо ничего. Конечно, ребят, снежок все польет. Остин, ты лентяюга. Ребят, я вам уже говорил, что Остин дворецкий еще тот лентяй. Ладно, давай поработай. Установи новые скамеечки. А ну-ка. Сейчас, ребят, мы выберем какие. Вот такие вот. А может, вот белые поставим? Или вот эти? Ну, давайте белые, под белый забор. Или все-таки пусть отличаются. Да, пусть вот эти, мне нравятся. Так, Остин. Ох уж эти интернет-инструкции. Давай-давай, дружище, бери молоточек, шуруповертик. И, ух ты, смотри, ребят. Остин, красава. Ха, так вот что это значит. Неправильно собрал. Ну ты чунька, давай переделывай. Че, уже вечер? Ух, ребят, вот и день подходит к концу. Хорошо, что мы закончили все дела до темноты. Давай проверим. Давай, дружище, давай все проверим. Что? День окончен? Обалдеть, ребят. Ну что, переходим на следующий левел. Отлично, отлично. Так, что мы сделали? Начать новый день. Отлично, надо звездочку. Да вообще супер. Поехали. Ребят, поставьте лайк. Поставьте лайк моему каналу. А, для меня это будет очень-очень приятно. Так, ребят, ну что, понеслась. Понеслась бомбить бомбилки. Сейчас, сейчас как взорвем тут все. Так, нам надо 52... ежевичины и, короче, 3 штучки вот этих вот. Хорошо, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Бдыч, 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 бдыч. Бдыч, прибрыдыч, прибрыдыч. Ну что, ребят, готовы бомбить мины? Я готов. Комбо, давай. Давай, дружище, давай так сделаем. Ух и бомбилово, бомбище. Так, мне уже это нравится. Хопча, хопча-ча. Так, 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 груш много, много, ребят, груш. И вот этих цветочков, мне нравятся цветочки, сейчас их... Смотри, смотри. Так, еще, кстати, ни одного не открыл. Бабах, комбо. Так, а ну вот так сделаем. Ох, ох, ребят, 17 ходов у меня остается. Я думаю, что у меня должно все получиться.
Так, грушки просятся, а я не хочу, чтобы у грушек что-то получилось. Я хочу, чтобы ежевичка моя сделалась. А, смотрите, вот эта тема. Все, я сделал план по ежевике. И теперь нужно, ребят, бомбить. Yes. Yes. Все. Все задания выполнили. Да, Остин, я такой. Супер, погнали. Начнем новый день. Так, эльфы, как всегда, собирают подарочки. И Остин для нас тоже подарок приготовил. Давай, ждем. Ха-ха, прекрасный вечер, правда? Прислушивайся, как стрекочут цикады. Так, что ты творишь? Давай начинать новый день. О, смотрите, вы получите бесплатные жизни. Короче, не на то нажал. Так, начинаем новый день. Остин, давай домик уже на дереве скорее сделаем. Спокойной ночи, Вадимка. Иди спать уже, давай, мы уже с ребятами хотим. Ого, спустя 3 часа, гляньте, ходит в пижаме. А, кто здесь? Предупреждаю, у меня с собой фонарь. Остин, да не писай, это я, Вадимка. Ух, и Остин. Он еще и сторожем подрабатывает. Охранником. Ребят, ну классная игрушка такая добрая. Доброе утро, Вадимка. Всегда начинаю день со свежей газеты. Люблю быть в курсе новостей. Молодец, Остин. Все новости, которые происходят у тебя там в городе. Не у тебя, а у нас в городе, да? У наших соседей, вот они. Так, ребят, соседи тоже занялись стройкой. У них тут все и материалы есть. Ну, красивый парк какой у соседа. Ладно. Прежде чем смотреть на соседский сад, нужно и со своим поработать. Какое у нас задание, ребят? У нас построить новый домик и позвонить по объявлению. О, нет, лучше я. Домик построю. Это моя мечта, построить домик на дереве. Так, 13 этих штучек. Так, сейчас сделаем, не переживай. Так, бомбанула, забомбила, ребят. Забомбила меня. Так, это было слабенько. Бух, вот это было хорошо. Ну, вот это было хорошо, ребят. И, ага, вот так ты хочешь. Ах, ёлки-палки, давай так. Вот это выстрел. Опа. Ух, ёлки, блин, надо было чуть-чуть по-другому, ребят. А ну-ка. Да ну шо ты в самом деле. Бэм, бэм. Ух ты, классно. 9 ходов у меня, ребят. Ай-яй-яй, а ну бомбани. Комбо. Комбо, груши. Давай груши. Крутяк. Так, ребят, ух ты. 5 статуй мне надо еще. 5 статуэточек. Опа, есть одна. Так, зеленые листочки. Ну давай попробуем. Есть еще одна статуэтка. Давай, бомбила. Давай, забомбила. Ну, давай. Ух, ребят, пока что не получается. 3 хода у меня осталось. Одна статуэтка, это очень мало. Это, ребят, реально мало. Нифига, 1 ход остался, все. Папа влип. Так, у меня есть играть еще плюс 5. Есть, ребят. Я добавил себе 5 ходов. Да нафиг мне ваши эти, мне бомбы надо. Так. Сейчас подумаю, что соединить здесь можно. Мне мешает красное яблоко. Ну, давай попробуем красные яблоки. Их. Так, теперь вот эта вот штучка. Так, где еще? Ага, вот, ребят, вот. Да нет. Тут ничего не изменилось. Ах. Так, вот листочек. Ну. Ребят, ну давай. Блин. Капец, я все бабки потрачу на ходы. Да, дороговастенько мне этот самый... игрушечка вышла. Лавочки. А, домик на дереве. Хорошо. Привет. Так, возвращаться? Плохая примета. Но если в наш сад, то хорошая. Конечно, ребят, смотрите, какой у нас красивенный сад. Но, Остин, не нужно расслабляться, потому что мы с тобой же хотим построить вот здесь красивейнейший домик на дереве, ребят. Давайте начнем. Потому что подготовка будет сначала, а потом домик. Из картона построить было бы быстрее, а с досками придется повозиться. Давай, ускорься, дружище, мы платим тебе бабло. Каркас домик. Но нам нужен-то сам домик. Так, ребят, тут уже почти все готово. Ой, сейчас будет вообще засада. Класс. Завершить. Помнится, прежний домик помогал строить еще твой отец, Робби. Это Остин с Робби общается, ребят. Может, пока отдохнуть тут, Робби? О, присаживайся, Робби. У нас тут, смотри, какие скамеечки, все дела. А Остин пойдет сейчас тебе чайку сделать.
А я, ребят, еще одну звездочку для нас с вами заработаю, потому что мне нужна одна звездочка, чтобы достроить этот дом. Так, ребят, ставь лайк, если тебе нравится эта игра, и мой канал, ух ты, освободите фишку, собрав с ней комбинацию. Прикол. А как мне собрать с нее комбинацию? А ну так. Прикол прикольный. Ребят, смотрите, как поперло-то, йоу. Смотрите, бриц. Ого. А ну, вот так вот. Да, конечно, сейчас, ребят, попрет. Так, давайте бахнем тут. Ничего не помогло, правда, но все равно. Бриц. О. Вот это класс. Так. Что мы можем тут сделать? Вот так сделаем. Капельки воды. Так, вот так. Так, короче, ребят, надо вот так вот делать. Самая крутая штука, это вот это вот колесо, которое током бомбит. У-ху! Ес. Так, 9 надо, 9 собрать. Ну, бомби, давай так. Ес. Так, ух, ес. И, ребят, сейчас бомбанет. Ох и бомбанет же. Есть кабан. Так. Не. У меня 11 ходов, ребят. И нужно бомбу взорвать. Так. Малинка мне нужна. Ягода, малинка. А ну вот так вот. Так. Хорошо, ребят. Я пока не вижу выхода. О, есть. Одна фигурка осталась, и мне поможет. Поможет мне вот эта штука. Yes! Я справился с заданием, ребят. Сейчас, наконец-то, мы сделаем домик. Домик на дереве, о котором я так долго мечтал. Супер, погнали. Итак, ребят, нажимаем. Достраиваем домик. Робби, давай, Робби. Ну что, до сих пор? Удивляюсь, как наш первый домик так долго продержался. Ускорься, Робби, хватит болтать, ребят. Так, давай скорее уберем забор, Вадимка. Давай, убирай, Ростин. О, ребят, наконец-то, вот этот домик. В детстве о таком мы могли только мечтать. Понятно, дружище Остин. Смотрите, они болтают там, воспоминания у них какие-то, да? Супер, ребят. Ой, классный дом построили. Смотрите, прямо на дереве. Такие хоромы, обалдеть. Так, ну, следующее задание у нас будет позвонить по объявлению и покрасить домик. Но это я уже буду делать в следующей части. Давайте, ребят, наберем 100 лайков под этим видео. И мы сразу же с вами снимем продолжение приключенческой игры про Остина. Все, ребят, классного вам, хорошего дня. Пока-пока.